18 марта в «Библиоглобусе» был дан старт Всероссийской литературной премии «Филатов Фест», посвященной памяти актера Леонида Филатова, который поражал не только блестящей игрой, но и удивительным литературным дарованием. Одна только пьеса про Федота Стрельца, удалого молодца, разошлась на афоризмы в народе. «Филатов Фест» организован в 2015 году актером, режиссером и поэтом Владом Маленко. Цель фестиваля – популяризация творческого наследия Леонида Филатова и поиск талантливых российских поэтов и драматургов. В состав жюри «Филатов Феста» входит вдова Леонида Филатова Нина Шацкая, Леонид Ермольник, Вера Полоцкова, Михаил Полицеймака, Юрий Поляков, Всеволод Емелин, Елена Исаева и другие. С марта по апрель в торговом доме «Библиоглобус» состоится очная часть конкурса.